очень дружная семья и была как бы сплоченный такой круг. Я была в деревне в Акуловке, и мне мама сказала, что у меня будет сестра. Первое мое впечатление было, да, я хочу сестру, но я понимаю, что она будет занимать мою территорию. То есть я первая в семье, самая первая. А тут вдруг появляется еще кто-то. И как быть? Я помню ее ладошку, маленькую-маленькую. Как-то больше к спорту тяготела. Наташка больше тяготела к рисованию. То есть она закончила художественную школу. Я понимала, что надо быть развитой и физически, и с головой дружить. И как-то вот у меня это совместилось в школе. Я пошла учиться в инженерно-экономический институт. Я его закончила. Я даже не знала, зачем. Мне не нужен был престиж, мне нужно было понимание, что происходит. Это было как раз 95-й, это как раз период становления так называемого рынка. Ну и хотелось как-то реализоваться, наверное. Ну, диплом он мне очень долго, как карт-бланш был. Вот. Но в конечном итоге я занялась рекламой. Очень много всего начало на меня обрушиваться. Во-первых, это возраст молодой девчонки, которая хотела, наверное, иметь карьеру. Между тем, замуж я на тот момент не очень хотела, но, наверное, хотела иметь карьеру. Со временем я поняла, что это мне очень вредило, потому что уже смотрели не на меня, а смотрели на то, что я из себя представляю, то есть что я закончила. Я поймала этот момент. Я им успешно пользовалась долгое время. С моими приятельницами мы уехали на юг, в Сочи. И тогда первый раз появился план в моей жизни, и я поняла, что Тихое море, вечер, солнце – это какая-то особая атмосфера. Когда я вернулась, я очень долго, несколько месяцев боролась с собой, я закончила, прекратила вообще употреблять. На этом как-то все и закончилось. А после окончания института я решила, что я уже достаточно самостоятельная. Я познакомилась с девушкой из Нормандии. Это Англия. У нее заканчивался контракт как раз около нашего метро, совершенно случайно, контракт с квартирой. Я ей предложила, мы можем поехать на квартиру туда, на Краснопутиловскую, где жил. Мне к тому моменту умер дед, квартира пустовала. Я подумала, что я смогу жить одна. И как раз это и было то, что не надо было делать. Это был удивительно. Это было уже после 1995 года. Там много всего. Там был период как раз
Ну, как говорят, время такое. Я занялась наружной рекламой. Мне она нравилась, и я занималась ей. Но, как любому человеку, ему хочется расти. И мы с командой ребят, нас трое было, отделились и попытались сами что-то сделать. Были первые деньги, достаточно большие. Денег было для меня достаточно много. Никто не знал, что с ними делать. Я привела потом целую сумку этих денег. Но как-то вот у меня все это начало, вот все тяжелые наркотики начались именно на Краснопутиловской. Я со временем разобралась и до сих пор еще не знаю, умею разбираться в людях или нет. Но со временем как бы даже не безотказно было, а я понимала, что я хотела. Мне и с этим пришлось бороться. Я помню, что я заставляла себя просто не отвечать на телефонные звонки. Но поскольку знали, где я живу, туда уже приезжали. Ну, со временем квартира была продана, и я вернулась сюда. Да, я сама сказала им очень давно, что, ну, такие вещи не скрыть. Поначалу для них было непонятно, что это такое. Они были не готовы и не понимали, что это такое. Вот. И мне надо было, ну, я им призналась, что, ну, появились тяжелые наркотики. В этом плане мне помогла очень моя сестра. Она в одной из реабилитаций отправила меня в Польшу, где я провела 9 месяцев. Ремиссий было много. Они были, ну, долгие. То есть я старательно уходила. Но все равно почему-то находились люди, которые готовы помочь. Вот так. У меня был период, когда я очень испугалась. Я очень испугалась эфедрина. Это был первый укол. Героин перевернул просто все сверх на голову, и я прекратила с эфедрином. С героином мне пришлось бороться очень тяжело и очень долго. Это оказался такой въедливый наркотик. Видимо, надо было пройти через боль какую-то для того, чтобы понять, что и прийти к тому, что это все-таки яд. Я пыталась своим интересным планом, ну, насколько моих мозгов хватало, защитить тех, кто на тот момент уже был в зависимости. Ну, те, кто остались в зависимости, остались на свободе. А я уехала на зону. Я не скрою, что ко мне приходили. Конечно, меня спрашивали. Конечно, я была и ногами, и перевозила, и на руках у меня все было. Девушка, которая меня задала, она мне просто в лицо выплюнула. Это, говорит, зависть. Какая зависть? Для меня было непонятно, чему он завидует. Для меня тоже было непонятно. Не знаю. Как-то особо тяжелого не было. Я просто на 7 лет дала себе тайм-аут. Для того, чтобы все понять. Я знала, что он есть. Я знала, что он есть, и я знала, что он дает свет. Он сказал, что я буду жить,
Мама сказала, что она верит в меня. Это были самые сильные слова. А все остальное изучалось, ну, тяжело. То есть у меня вот сама даже путь осужденного, да, там был курс такой. Я пыталась хоть как-то, ну, понять. Мне нужна была истина. Первая эмоция. У меня такое ощущение, что в свое время я попала под очень хороший развод. Просто, ну, не то, что обман. Вообще, как-то очень все очень хитро произошло. Вторая эмоция, что я все-таки выдержала. Третья эмоция, что здоровье поправилось, но немножко истощена радость настоящая. То есть ее придется, ну, восстанавливать, ну, пополнять дефицит. Четвертая эмоция, что я перешла обратно эту грань, и я на свободе. Ей тяжело сейчас. Тяжело в том смысле, что адаптироваться вот сейчас, в этом времени, ей трудно. Во-первых, идет отторжение. Отторжение людей, с которыми она сталкивается. Понимаете? У нее возникают, конечно, обидные ассоциации. И все это выплескивается. Но на кого? Кто под рукой? На меня, естественно. И мне, конечно, это иногда и больно слышать. Понимаете? Потому что, в принципе, считаю, что процесс идет, но тяжело. Понимаете, я не знаю, как у остальных, у нее есть желание и работать, и изменить что-то, и чему-то научиться. Но упущенное время трудно поймать за хвост. Мама после смерти моей сестры, она... Мы не ругаемся так сильно. Она прекрасно понимает, что со мной иногда бывает. И признает самое главное, что она признает свои ошибки. И я тоже понимаю, что я не могу вообще восстановить отношения между родителями. В расстоянии в 7 лет очень тяжело. Как она мне сказала, ты отсидела 7 лет. И я отсидела 7 лет. И мы вот протягиваем друг друга руку. За Лену я рада. Я рада за нее, что она нашла его. Я его не нашла. Она нашла. За что вы больше всего благодарны? За то, что я жива. Я не могу сказать, что у меня какая-то великая и особая такая мечта. Я хочу прожить жизнь свою так, как она должна быть.